Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о новинке от Kyundo. Это пульт для кондиционеров под номером KT3999. Этот пульт на 4000 кодов. Давайте мы посмотрим, как его можно настроить и какие модели кондиционеров он поддерживает. Вот давайте поближе познакомимся с очередной новинкой от Kyundo. Это кондиционер KT3999 на 4000 кодов. Вот в такой он упаковочке поставляется. На задней поверхности мы видим перечень основных кондиционеров, которые он поддерживает. Давайте посмотрим, распечатаем, как он выглядит. Вот, в принципе, такой незамысловатый дизайн, как бы практичный, удобный. Пульт небольшой, не маленький. Чтобы видно, как она покатилась. Работает он на батареечках. Типа 3А, две батареечки. В принципе, такой неплохой достаточно дизайн, простенький, удобненький. Все видно, хорошо лежит в руке. Дисплей не маленький, не большой. Давайте вставим батареечки и посмотрим на его работу уже непосредственно включенным. Так, вот в принципе на дисплее вся необходимая информация по поводу настройки. Данный кондиционер поддерживает как ручную настройку, так и настройку в режиме автопоиска. Для того, чтобы произвести ручную настройку, у нас в упаковочке имеется небольшой такой мануальчик на английском языке и вкладыш, на котором вот по брендам разбиты кода к моделям, которые можно настроить. Например, мы хотим настроить вот кондиционер Daikin на код 0566. Мы зажимаем кнопочку Select и вводим 0,5,996. Все, пульт у нас запрограммировался и должен отрабатывать с кондиционером Daikin. Если же вы хотите использовать режим автопоиска, нам нужно зажать кнопку Sell на 5 секунд где-то, и то есть в режиме автопоиска у нас пульт уже начинает перебирать кода. Вы ждете, пока какой-то из кодов отработает на вашей модели кондиционера. Когда кондиционер отработал, мы зажимаем любую клавишу, там, то бишь Power или что-то такое, то есть фиксируется вот этот код, на котором он отработал, и вы проверяете все основные функции, которыми хотите пользоваться. Если функции отработали, то есть вы сохраняете этот код. Если же функции не отработали корректно, вы продолжаете режим автопоиска. Опять зажимаете кнопку Select и опять идет перебор кодов. Опять остановились, проверили, все работает отлично. Если же нет, продолжаете поиск, пока не найдется подходящий код для вашей модели кондиционера. То есть из этой распечаточки, вот, которая у нас идет в комплекте с кондиционером, вы можете посмотреть, с каких кодов начинается какая модель кондиционера. И уже либо вводить вручную, либо использовать режим автопоиска. Ну, в принципе, такой неплохой вариант, который можете заказать у нас в интернет-магазине «Ваш пульт».